12 июня – День России. В этот день коллективы «Гагаринца» всегда показывают, демонстрируют свои достижения в виде концерта. В этом году мы показываем концерт, фильм-концерт «Звезда моих полей». Ну так случается, что больше всего мы тоскуем и вспоминаем Россию тогда, когда оказываемся вне ее. И в час, когда нашел я на чужбине сухой букет из полевых цветов, я вспомнил запах скошенной полыни и эхо дальние девичьих голосов. И где б меня сражения не носили, передо мной сияет, как всегда, звезда моих полей, звезда моей России, страны единственной, прекрасная звезда. Я надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра наших коллективов в этом фильме. С праздником! Oh,